Кстати, дополнительный билет в лето можно приобрести прямо в фан-зоне у Минской арены. Выставочная локация «Беларусь туристическая» презентует свыше 30 санаториев и агроусадеб из 4 областей Беларуси. Представлен даже промышленный и медицинский туризм. Операторы прямо на месте рассказывают о возможностях своей инфраструктуры и предлагают купить тур выходного дня или путевку на месяц. Кроме комфортабельных условий проживания, экскурсии в дворцово-парковые ансамбли и участие в интерактивных программах. Белорусы с удовольствием узнают, что можно в Беловежской пуще собрать грибы. Им помогут их сварить, упаковать в банки. Что у нас делается такое варенье, например, как из шишек хмелевых. Они узнают, что в простой агроусадьбе можно получить такой широкий спектр отдыха, отдохнуть. Поскольку это у нас спортивное соревнование, правда, у нас в санатории все для спортивного отдыха, для активного, здорового. У нас есть криотерапия для опорно-двигательного аппарата, шикарный спортивный зал, ипотерапия, это лошади, прогулки, беговые дорожки, велосипеды, катамараны, лодки, шикарное озеро. То есть те, кто к нам приедут отдыхать, неважно, на день, на два, получат массу удовольствия. Сегодня наши санатории превращаются в настоящие спа-центры. В предложениях от иглорефлексотерапии до криосауны. Весь спектр медицинских инноваций.